Сергиево-Посадский музей-заповедник запустил новый выставочный проект, в рамках которого состоится открытие выставок, посвященных столетию местного отделения Союза журналистов России. Ровно 100 лет назад в газете «Трудовая неделя» было опубликовано, что 2 января 1919 года состоялось учредительное собрание журналистов Сергиевского Посада. На собрании был принят устав Московского союза советских журналистов и избран президиум союза. Так возникла Сергиево-Посадская организация Союза журналистов. Мы обсуждали, как это будет проходить. Каждый член Союза журналистов должен был принести материалы. И даже если не опубликованы, то все равно они засчитывались. Если в течение 2 месяцев журналист, член Союза журналистов, ничего не печатал, его исключали из Союза журналистов. Первая экспозиция «Отражающее время» открылась в минувшую пятницу в краеведческом корпусе музея. Она знакомит посетителей музея с историей становления журналистики в Сергиевом Посаде. Вы, те, кто присутствует, журналисты здесь, вы отражаете время, а музей сохраняет время. То есть вы нам поставляете материал и свидетельство времени. Поэтому мы с вами делаем одно важное очень дело. Сохраняем историю, и я бы сказала даже не только историю, мы сохраняем образ жизни для последующих поколений. Без сомнения, и те, кто хранят историю, и те, кто ее ежедневно фиксирует и запечатлевает, тесно связаны между собой. Работая над газетными статьями, я вдруг поняла о том, чего не хватает нашему городу. Нашему городу не хватает краеведческого музея. И тогда еще, не будучи работником музея, мы тогда решили, что нужно выпустить какую-то газету, которая бы соединила нас с людьми, живущими в нашем городе, для создания музея. И им стал краеведческий вестник. Я никогда не прерывала связь с газетами. Я всегда работала и помогала газетам выпускать какие-то краеведческие материалы. «Отражающее время» прослеживает прежде всего историю местных газетчиков 20 века. Сразу обращаешь внимание на экспонаты, которыми эта история создавалась, точнее фиксировалась. Ручки, блокноты или, например, легендарная камера «Зоркий». Мы прожили замечательное время в 90-е годы. Мы поняли, что такое свободная пресса. И наше поколение уже просто успело хватить воздуха, можно сказать, свободного пера. Лет еще 7-8 назад. У нас было, я как-то считал, какой-то определенный год, было 23 средства массовой информации. Наши жители могли смотреть 2 телевидения, они остались, 2 радио, было 6 журналов и порядка, наверное, я не знаю, там десятка газет, включая «Пересвет», «Краснозаводск», «Лазу», «Ходькова». Вот это, и если сравнивать с советской эпохой, где была 1 газета «Вперед», и сколько там людей, сколько бы много не работало, но вот в этот период в разы стало больше людей, которые отдали как бы свое время, свою жизнь, отдали вот служению как бы журналистскому долгу. На стендах подшивки газет и журналов, уникальные документальные сборники, атрибуты журналистской деятельности. Отдельная витрина посвящена работе журналистов в период Великой Отечественной войны. Выставка в краеведческом отделе музея – это штрихи не только к истории творческого союза, но и к славной истории Сергиево-Посадского края, которому многие журналисты посвятили свою жизнь. Они писали времени портрет. Выставка под таким названием открылась 1 февраля в музейном комплексе «Конный двор». По случаю столетия со дня основания профессиональной организации журналистов в Сергиевском Посаде в музее были собраны экспонаты, наглядно иллюстрирующие историю развития местных СМИ. Сегодня надо обязательно помнить о том, что не всякая информация достойна знания и памяти. Не всякая информация полезна для общества, а только та, которая помогает созидать. И если вот у журналиста будет ясное понимание, для чего он это все делает, тогда и новые технологии не изменят ее суть.
Рассуждая о журналистике следующего столетия, Наталья Чернышова отметила, что неизменным должна остаться главная цель – делать жизнь людей лучше. Те, кто трудился на этом поприще, писал портрет своего времени и продолжает делать это сейчас, поздравили представители городской и районной власти, Союз журналистов Подмосковья и гостеприимные хозяева, сотрудники музея. Пусть всегда ваши репортажи отвечают вот тем историческим советам и, я бы сказала, напутствием наших предков. Быть профессиональными, быть честными, быть очень тактичными в своем творчестве. Мы видим, что как молодеет возраст журналистов, как сейчас молодое поколение стремится принимать участие в освещении всех событий. Вам за все спасибо огромное, за вашу замечательную работу. Ну и, конечно же, критикуйте власть позитивно, где надо зло. Главное, что справедливо и честно. Нам это очень нужно. Медалью «100 лет Союза журналистов России» были награждены журналисты и издатели, имена и дела которых хорошо известны жителям Сергиево-Посадского района. Сергей Васильев, Сергей Боков, Виктор Штерн, Вячеслав Суханов, Светлана Николаева, Александр Ардултовский, Валентина Болотова и Лариса Войткова. Почетные грамоты от собрания почетных граждан Сергиево-Посадского района вручил его председатель Сергей Боков. Наталья Александровна Чернышова. Покажитесь, пожалуйста. За неоценимый личный вклад в развитие и объединение средств массовой информации в Подмосковье награждается вот такой вот замечательной памятной грамотой от собрания почетных граждан Сергиево-Посадского муниципального района. Наталья Александровна. Ларисе Николаевне Войтковой. За большой личный вклад в развитие и объединение СМИ Сергиево-Посадского муниципального района. Лариса Николаевна, пожалуйста. И третий том нашей книги «Напряжение» об истории родного края, о журналистике, о замечательных людях, которые здесь все присутствуют. По окончании торжественной части все присутствующие оставляли свои автографы на символическом бумажном самолетике и охотно делились впечатлениями от экспозиции. Алексей Севастьянов, как опытный фотокорреспондент, в первую очередь обратил внимание на фотографии. Хотя остальные экспонаты, которые когда-то были повседневными атрибутами его работы, тоже вызвали живые воспоминания. Когда я в периоде работал, мы с Натальей Николаевной начинали делать коллажи. Может, вы видели, наверное, в газете «Вперед». Ну, не знаю, почему-то сейчас это отошло. Но это было, уже ушло в историю. И я считаю, что это интересно. Экспозиция, рассказывающая о местных СМИ, вызвала большой интерес у посетителей. 8 февраля ее посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и журналисты со всей Московской области. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова рассказала, что в архивах был найден протокол 2-го Всероссийского съезда Союза журналистов. Познакомившись с текстом, написанным столетия назад, коллеги отметили, что многие проблемы остались актуальными и сейчас. Съезд заявляет, что такое состояние части провинциальной печати объясняется двумя причинами. Во-первых, ряд местных органов печати находится под совершенно недопустимым давлением, что лишает работников печати возможности всесторонне освещать местную жизнь. Без комментариев. Это было написано 100 лет назад. Это вам, чтобы вы помнили, как руководящий. На что ориентироваться и с чем бороться, да? Потому что похоже на ситуацию, которая иногда у нас в стране происходит. Таких выставок, посвященных журналистике или Союзу журналистов, я реально не видел еще ни разу, хотя очень много езжу по стране. Вот похожий приблизительно музей журналистики сейчас делают наши коллеги в Татарстане, но у них поменьше пространства. И есть музей журналистики в нашем отделение регионально в Красноярском крае, в Красноярске, в доме журналиста. Но там совсем маленькая комнатка. Вот. А здесь выставка такая вот масштабная, крайне интересная. И действительно, очень хорошо, что сохранились документы. Сергиево-Посадский союз журналистов оказывается у нас в стране на третьем месте после Москвы и Петербурга по времени создания. И вот у нас есть, мы в прошлом году 14 ноября отметили торжественное столетие Союза журналистов России. Вот, потом питерские коллеги отметили, а теперь Сергиев Посад. И вот очень хорошо, что сохранился документ, он у нас тоже останется в нашем уже будущем музее, который мы надеемся сделать
Центральном доме журналистов. Посетители выставки сошлись во мнении, что экспозиция стоит того, чтобы стать постоянной. В качестве идеи прозвучала мысль о создании отдельного музея журналистики Сергиево-Посадского района. Первый шаг сделан, но она уже неделю шаг очень, очень серьезный. И действительно, такого нигде в стране по нашим журналистским делам еще не делали. И, конечно, не обошлось без подарков для почетных гостей. Посетители выставки делились впечатлениями и рассуждали о журналистике следующего столетия. Сергиево-Посадская организация, она первая, которая перешагнула вот этот столетний рубеж. И мы знаем, что тогда их было всего 7 журналистов, которые объединились в союз Сергиево-Посадский, а сейчас их больше 60. То есть в 10 раз по количеству выросла организация, и она одна из самых серьезных, насколько я знаю, на самых таких активных. Некоторые как бы шутят, что, может быть, в будущем журналистов и не будет. Там, все перейдут в социальные там, медиа, начнут писать друг другу. Но, тем не менее, мы уже знаем, что все-таки профессиональный подход должен сохраняться. Поэтому на качественное освещение жизни различных сторон общества является важной задачей, и потребность в этом сохранится. Благотворительный бал Союза журналистов Подмосковья проходил 8 и 9 февраля в парк-отеле «Пересвет». Журналистов встречали в буквальном смысле с оркестром. Бал Союза журналистов Подмосковья открыла его председатель Наталья Чернышова. Она представила участников и почетных гостей и поздравила всех присутствующих с праздником. Я желаю вам не терять уверенности в том, что вы занимаетесь правильным, достойным делом. Помните, у вас есть один заказчик, это ваша аудитория. И помните о том, что у вас благородная миссия – помогать людям, живущим в городах Подмосковья, делать жизнь хоть чуточку лучше с каждым шагом. Поэтому очень приятно нам оказаться здесь. По сути, третий в стране союз журналистов после московского, питерского. Вот теперь ваш городской союз журналистов отмечает свое столетие. И это здорово, что сохранились все документы, и этим нужно гордиться. Профессиональная организация журналистов, созданная в Сергиевском Посаде, а именно так назывался наш город в 1919 году, была первой в Московской губернии, и сейчас она не сдает своих позиций. Дипломы за заслуги перед журналистским сообществом от Союза журналистов России получили коллективы газеты «Сергиевские ведомости», телекомпании «Тонус» и «Родонежье». От гостеприимного Сергиева Посада Союз журналистов России в лице его председателя Владимира Соловьева получил подарок со смыслом – призовую чашу фестиваля телекомпании «Братина» как символ единения и братства журналистского сообщества. Владимир Владимирович, с таким можно и к Путину уже. Все, к Путину уже смело заходить. А после стихотворного тоста в знак дружбы и доверия между коллегами еще одну чашу пустил по кругу президент фестиваля телекомпании «Братина» Сергей Боков. Так собирайтесь, братцы, вам долго ли собраться? Людей объединяет наш Сергиев Посад. Коллеги-журналисты, прекрасно наше братство. Позвольте же за это нам братину поднять. В знак дружбы и доверия пустить ее по кругу. Сейчас, как на старинных, на братчинных пирах. От славного Посада слыхать на всю округу. Союзу журналистов ура, ура, ура! Сблизившись еще сильнее с помощью старинной русской традиции, которую бережно хранят и передают дальше на фестивале «Братина», коллеги вспоминали то время, когда они делали первые шаги в профессии, становились опытными журналистами. Главным инструментом журналиста во все времена было и осталось слово. А это мощное оружие, с помощью которого можно бороться с несправедливостью и изменять жизнь людей к лучшему.
Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, организовало Ходьковское отделение Союза десантников России. Пригласив на встречу ветеранов той войны, матерей, жен, не забыли и подрастающее поколение. Основной курс общественной организации – помощь своим товарищам и воспитание молодежи. Своим вот движением вот так, мы хотим просто-напросто, знаете, чтобы молодежь приобщить к этому делу, патриотическое воспитание молодежи, помогать, насколько можем, семьям погибших или там даже и живущим, потому что помощь всегда кому-то что-то требуется. В холле культурного центра Елизавета Мамонтова шумно и многолюдно. Крепкие и мужественные мужчины порой не стесняются слез и объятий. Три десятка лет назад их объединила одна война – афганская. 30 лет – это много или мало для тех, кто был молод, кто терял на той войне своих боевых товарищей, для кого Афган в сердце навсегда. В 1985 году я попал в учебку в город Ковров, причем учебка была именно санинструкторов. Вот. И из нее уже с госпиталем особо опасных инфекций я попал в Афганистан, в город Джалалабад, там была холера. 18 человек спасти мы не смогли, вот. Ну а все остальные, это где-то около 300 ребят, ну, в принципе, переболев, да, но остались в строю. Я очень хотел бы всем нашим десантникам и всем афганцам пожелать добрых, долгих лет полноценной, счастливой жизни, мира, любви, радости, достатка, благополучия, процветания и, конечно же, хорошего настроения всегда. И я хочу пожелать молодым ребятам, чтобы они знали о том, что есть сила русского оружия, русского духа. Я хочу попросить, ребята, носите награды, чтобы люди видели вас, знали, что в нашей стране есть герои, и чтобы вам задавали вопросы, а вы рассказывали о своих подвигах. Не надо стесняться, этим нужно гордиться. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать тебя вроде, только что-то грустит боевой командир. Уходим, 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 уходим. Песня группы «Каскад» стала финальным гимном контингента, ведь именно так официально называлась группировка вооруженных сил СССР в Республике Афганистан. Те, кто в зале, лишь часть из них. В честь юбилея вывода войск участники афганской войны получили памятные медали. После общей фотографии – минута молчания в память о тех, кто остался за речкой. А затем свои стихи прочитала солдатская мама Тамара Алексеевна Буланчикова. Ее сын Андрей погиб в 84-м, не дожив до своего 20-летия пару месяцев. Он жить хотел, и к жизни он стремился, хотел свою семью создать. Значит, не под той звездой родился. Он о любви своей мог только помечтать. Торжественный вечер продолжили творческие выступления художественных коллективов и авторские песни тех, кто прошел этот путь. Тех, кто знает, что где десант, там всегда победа. Слушай, десант, наша гордость и честь, а значит победа будет за нами, а значит еще сила есть. Полувековой юбилей отметила школа номер 8 в Пересвете. Молодой энергии ей не занимать, а мудрости и традиции становятся с каждым годом все больше и больше. В Доме культуры «Космос» не было случайных людей, только те, кто так или иначе связан с этой школой. Школа номер 8 распахнула свои двери в сентябре 1968 года, как и положено, на День знаний. Тогда она именовалась Краснозаводская средняя школа номер 8. Но несмотря на смену названий, все эти годы здесь неизменно присутствует высокое качество образования, полное событий, увлекательная школьная жизнь с фестивалями, конкурсами, экскурсиями, походами, кружками и спортивными соревнованиями. Всех своих выпускников помнит школа. Для всех в ее огромном сердце есть место. А многие возвращаются в эти стены, потому что именно здесь они оставили частичку из своего сердца. Воспоминания какие остались? Ну, самые лучшие. Самые наилучшие, все хорошо было. Вы встречаетесь со своими одноклассниками? Приходите в школу? Редко, но бывает. Моменты вспоминаются, как в классе немножечко хулиганили, как немножко
вовремя уроки не делали. А сейчас думаешь, как же мы были все-таки глуповаты. Маловато, глуповаты. Но, с другой стороны, это школа, действительно школа жизни. И очень большая благодарность нашим учителям, что нам такие дали добрые знания, путевку в жизнь и предоставили нам возможность выбрать свой путь. Потому что без этого, без напутствия, без знаний, которые школа дала, очень сложно сориентироваться в нашей жизни. Я вот только с теплом и добротой вспоминаю всех наших учителей. Вот уже более 7 лет школу номер 8 города Пересвет возглавляет Ирина Бурая. Со сцены зала Дома культуры «Космос» она выразила огромную благодарность учителям школы, ученикам, родителям. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце. Не погаснет огонь искренней преданности своему делу у каждого работника школы. Пусть ученики радуют нас своими успехами и высокими победами. Пусть родители всегда остаются настоящими соратниками и верными помощниками. И пусть всегда у школы будет надежное, крепкое плечо в лице вышестоящего руководства, партнеров и друзей, готовых к совместному взаимодействию во благо наших детей. Мне хочется сказать вам слова благодарности за ваш труд, за все то, что вы делаете сегодня, делали вчера, делали все эти 50 лет и будете делать, продолжая школьные традиции, а мы увидели эти традиции во время, да, осмотра выставки. Эти традиции будут только улучшаться, только будут превозноситься. Но хочется надеяться на то, что все будет только лучше. И я думаю, вот эта вот дата 50 позволяет нам эту надежду воплотить, позволяет этой надежде, ну, воплотиться в жизнь. В день 50-летия в юбилей на почетных местах разместились люди, без которых не было бы праздника. Это ветераны педагогического труда. В их адрес звучали слова любви и благодарности. Многие из них, в подтверждение вышесказанному, были отмечены памятными знаками и благодарственными письмами Московской областной думы. Я 41 год отработала, а вот 25 в этой школе. Хотелось бы, чтобы в школе такая же обстановка сохранялась. Такая спокойная, доброжелательная и в коллективе, и по отношению к ученикам. Оптимизма, здоровья, конечно же, успехов творческих, ну и счастья, счастья, женского счастья всем. Желаем школе дальше процветать, воспитывать достойную себе смену поколения и учителям терпения, внимания, всего самого наилучшего. В судьбе каждого человека есть своя школа. Есть она и у жителей Пересвета, для которых она была и остается не просто образовательным учреждением, но и вторым домом, отправной точкой в большую жизнь. Сотрудники уголовно-исполнительной системы России отмечают двойной праздник – 140 лет со дня образования ведомства и День работника уголовно-исполнительной системы. Это достаточно специфическая и нужная работа. В Московской области в этой сфере трудятся более 3000 сотрудников, а в Сергиево-Посадском следственном изоляторе номер 8 – больше 100. В этот торжественный день от всей души примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого запаса жизненных сил, благополучия и оптимизма, успехов в службе. За достижение высоких показателей в служебной деятельности, усердие и профессионализм и в связи с профессиональным праздником были вручены награды лучшим сотрудникам от областного управления. А затем перешли к поздравлениям от администрации Сергиево-Посадского района. 140 лет уже великая, достойная, уважаемая дата. И, наверное, самое главное, уже историческая дата. И мы все с вами вместе прекрасно знаем, что на протяжении всего этого времени, несмотря на различные политическое устройство нашего государства, на различные социально-экономические условия жизни, на различные внешние и внутренние факторы, которые оказывали свое влияние на нашу страну, всегда специалист вашей службы, специалист уголовно-исполнительной системы работал на отлично.
За добросовестное исполнение должностных обязанностей, личный вклад в решение задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, большой объем выполняемой работы и в связи со 140-летием Дня работника уголовно-исполнительной системы награждается полковник внутренней службы Селивестров Леонид Николаевич, начальник следственного изолятора номер 8. Мне хочется сегодня отметить, что служба ваша – это не парадная, не счастье, не праздник, не парадная служба. Она проходит вот как-то с внутренней стороны жизни, не всегда заметной каждому простому человеку. И вы каждый день сталкиваетесь лицом к лицу с озлобленностью, может быть, даже, обидами, разочарованиями людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, оступившись. И иногда даже может быть и с откровенной агрессией. Поэтому это все приходится пропускать через душу, через сердце. И это очень непросто. Я вот задумался о том, что, конечно, не всякий человек может выбрать такую профессию, как вы. Потому что она требует особого склада характера, особого умения, особой любви к людям. Но мы очень благодарны вам за то, что выбрали такую профессию, службу, я бы сказал, служение. Потому что действительно, нам это крайне важно, потому что наша безопасность, безопасность наших семей, спокойствие на улицах, спокойствие в государстве, оно зависит от вашей работы. Вы одни из основных, наверное, людей, которые позволяют нам чувствовать себя спокойно и безопасно. Россия, я хочу тебе признаться в любви своей. И светы там прижаться к земле твоей, в той роще соловьиной, где шум берез напомнит мне о милой, о родине, где мне всегда привольно, так радостно, блаженно и спокойно, где родилась я. Тридцатого апреля пожарные масштабно отметили свой профессиональный праздник на Советской площади в Сергиевом Посаде. Дмитрий Карпов, заместитель главы администрации района, зачитал приветственное письмо от Михаила Токарева героям праздника. Каждый день вы на фронте, огненном фронте. Спасаете жизни и имущество граждан. Защищаете объекты экономики и предприятия. Охраняете покой и благополучие нашего района. Спасибо за вашу службу, за оперативное реагирование и неустанную профилактическую работу. Не сомневаюсь, что ваш профессионализм будет залогом надежной защиты граждан и территории нашего района от пожаров и чрезвычайных ситуаций. В качестве подарка к юбилею администрация вручила Сергиево-Посадскому пожарно-спасательному гарнизону гидрокостюмы для проведения спасательных работ и мобильные средства тушения. Хотелось бы вам пожелать, чтобы количество ваших боевых выездов было как можно меньше, и чтобы со всех выездов вы возвращались к себе домой. Ну а так, с праздником, сухих рукавов, главное здоровье и чтобы у вас все было хорошо. Еще раз с праздником! Поздравления и вручение отличившимся сотрудникам медали, благодарственных писем, грамот и нагрудных знаков – достойные награды за столь самоотверженный нелегкий труд. Государственная противопожарная служба на сегодняшний день выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. На сегодняшний день пожарная охрана, она уже не та, которая была 370 лет назад. Это высокопрофессиональные люди, это современная техника, это мощные пожарно-спасательные гарнизоны. На день рождения пожарные пригласили всех жителей, развлекали гостей широко и с размахом. Так, например, для всех желающих был организован пожарный тир, в котором при помощи пожарного ствола нужно было попасть в мишень струей воды. Самым любознательным предложили примерить доспехи огнеборцев, а это ни много ни мало, почти 30 килограммов, и сразиться с условным противником – пламенем.
За поединком следили профессионалы. Они показывали, как потушить источник возгорания максимально быстро и безопасно. Одновременно с этим прошла презентация самых новых средств пожарной охраны жилых помещений, домов, офисов и производств. Гости праздника не только увидели современные машины и средства защиты, но и смогли приобрести навыки, которые пригодятся в жизни. Но, кажется, самыми довольными остались дети. Но когда еще предоставится возможность покувыркаться в пене и полазить по пожарной машине? Семидесятилетие родного, практически градообразующего предприятия, открытого акционерного общества ОК «Лоза» в поселке, как и положено большому торжеству, отмечали в местном ДК. Пока артисты готовились показать все, на что способны, старожилы и молодежь собирались у Дома культуры и затем проходили в зал. История ОК «Лоза» начинается с Загорского опытного завода. Приказ о его создании был подписан лично Сталиным 18 мая 1949 года и филиала Всесоюзного научно-исследовательского конструкторско-технологического института подшипниковой промышленности. Многие из вас стояли у истоков этого предприятия. Вы все вложили душу в ее жизнь и развитие. Огромная благодарность всем вам, когда в тяжелые 90-е годы, благодаря усилиям, неимоверным усилиям трудового коллектива, удалось сохранить предприятие. За прошедшие 70 лет было многое. Были времена, когда подшипниковцев, иногда так называют тех, кто работает на этом предприятии, было порядка 2000 человек. Сейчас здесь трудится в разы меньше сотрудников, 350 специалистов. Однако, как и раньше, многие из них не только работают, но и участвуют в культурной жизни поселка, влившись в местные же творческие коллективы. Они преподнесли родному предприятию коллегам свой подарок. В этот день поздравления с юбилеем коллективу ОК «Лоза» передали председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Со сцены к работникам акционерного общества обратился глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев. Это юбилейная дата, она, наверное, подтверждает, что предприятие, а предприятие это вы, стоите на верном пути, уверенно стоите на верном пути, все делаете правильно. С днем рождения, предприятию процветания, дальнейшего развития. А вам, конечно, здоровья, конечно, удачи, конечно, семейного благополучия. Так же, как сейчас, мы это знаем, каждое утро с улыбкой входить на проходную, идти на свои рабочие места. С праздником, с днем рождения. Поздравили ОК «Лоза» и местные власти, а также представители духовенства и учебных заведений, которые сотрудничают с предприятием. Для работников ОАО и гостей праздника был подготовлен концерт. Первое воскресенье лета Большой зал ЦДК стал местом проведения концерта, посвященного 70-летнему юбилею заслуженного артиста России, певца и композитора Владимира Михайлова. Так же, как и популярная песня легендарного Валерия Бадзинского, юбилейный концерт назывался «Эти глаза напротив». Почему он так называется, вот мне многие спрашивают. Потому что в 87 году, когда я сочинял свою самую первую песню, я был на фестивале «Утро Родины» на Камчатке, вот, где было много артистов. И там был Абадзинский. И он услышал первую мою песню, которую я пытался сочинить. Он слышал какую-то тему, напевал. И он стоял сзади, я не знал. Да. А я... И вот таким образом, когда мы с ним познакомились, он говорит: «Володя, ты должен петь и сочинять сам». Это, говорит, я тебе говорю, Валера. Поэтому я считаю, что он мой крестный отец. Принять участие в концерте и поздравить юбиляра пришли его давние друзья из джаз-оркестра «Звезды ретро». В составе этого коллектива – корифеи отечественной эстрады. Эти музыканты работали вместе с Юрием Саульским, Эдди Рознером, Муслимом Магомаевым, Леонидом Утесовым. И нам повезло, я считаю, что мы с ним встретились, да. Потому что концерты стали гораздо насыщеннее и интереснее.
Ну, здесь действительно, вот Анатолий Сергеевич собрал музыкантов, которые когда-то работали в очень известных коллективах. Владимир Юрьевич Михайлов не случайно выбрал местом для проведения своего юбилея Дом кино. Он с детства любит кинематограф. Но главным делом жизни Владимира Юрьевича стало служение музыке. В послужном списке Михайлова работа в самых прославленных коллективах, вокально-инструментальных ансамблях «Леси песня», «Акварели», рок-группе «Кино». Сейчас Владимир Юрьевич возглавляет престижный международный музыкальный фестиваль. Песня композитора Михайлова входит в репертуар многих известных артистов. За долгую жизнь в искусстве у Владимира Михайлова появилось множество друзей со всего света. Сюрпризом для зрителей стало выступление японской певицы Рие Акан. Весь вечер в честь юбиляра звучали поздравления и песни. С заслуженным артистом России Владимиром Михайловым коллектив «Тонуса» связывает многолетняя дружба. Сегодня спою еще одну песню. Автор слов и музыки Сережа Боков, мой большой-большой друг. И когда-то он подарил мне книгу «Кафе Ритм» и написал: «Вовка, нас с тобой весело услышат». Послушайте песни, которые написал Сережа Боков. Первая была исполнительница Наталья Варлей, между прочим, наша пленница. Ну а теперь в моем исполнении. Давай простим друг друга, ну, давай простим. И нежно поцелуями перекрестим. Пусть за плечами 100 дорог и 100 тревог. И пусть всегда хранит нас Бог. А вот Сережа Богов, автор слов и музыки к этой песне. Я горжусь дружбой с Володей. Я когда-то написал ему там действительно вот, посвящение в своих стихотворных сборниках. Потом были изданы первый том, второй том. Сейчас вот этой весной написал еще третий, четвертый, завершил том «Книга напряжения», документальный роман обо всем о том, о чем сейчас, Володь, ты рассказываешь. О твоей жизни, о встречах с замечательными людьми. Я просто хочу пообещать еще с книгами, Володя меня все время тормошил, так как у нас накопилось много песен, чтобы не терялись наши песни. Мы все-таки, Володь, издадим с тобой целый сборник, я тебе обещаю, вот перед этим замечательным собранием. Очень хочется. Да, песен накопилось много, Володя их поет. Володечка, мы тебя очень любим. Всем большое спасибо, что вы тоже любите Володю. Поздравил Владимира Михайлова и известный певец, первый исполнитель знаменитых хитов 70-х Игорь Иванов. Во французской стране, на чужой планете, предстоит учиться в университете. Выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» стало ярким финалом праздничного вечера. Листья закружат, и очень мне нужен синий твой взгляд. Конечно, в этот вечер юбиляр получал поздравления не только от друзей, но и от самых близких людей. Вечер удался, и я очень рада, что пришло столько людей, которые его любят, которым он нравится, которые по жизни вот его сопровождают. И я очень за него рада, потому что тоже переживала, конечно, но он достойный, в общем-то, человек такого вечера, потому что сцена для него – это его жизнь. Володя движет прежде всего творческая мысль. Он очень талантливый композитор. Он удивительный актер. Он удивительный певец. Звезда – это тот, кто умеет и кому есть что отдать. Есть что отдать, энергию духовную. Подарить радость детства, старости, тепла, любви, вдохновения, досады, грусти. И этим всем обладает Владимир Михайлов. Мы желаем счастья вам, счастья.
счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит. Председатель Совета ветеранов Сергиево-Посадского района, заместитель председателя Басковского областного совета ветеранов, почетный ветеран Подмосковья Валерий Сергеевич Кругликов отметил свой 80-летний юбилей. Среди гостей юбиляра были известные люди, ведь работа районного совета ветеранов, которым не один год руководит Валерий Сергеевич, всегда на виду. Организация активно сотрудничает со школами и лицеями, уделяя много времени патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2015 году актив Совета ветеранов инициировал создание на бульваре Кузнецова аллеи славы. Это и многие другие предложения районного совета ветеранов нашли поддержку у руководства и жителей Сергиева Посада. Как и принято, на торжестве звучали добрые слова и поздравления. И мы от души поздравляем Валерия Сергеевича с днем рождения и пожелать ему дальнейших успехов его замечательном труде, его нужном, необходимом труде – это забота о ветеранах. Валерий Сергеевич – изумительный человек, очень корректный, очень выдержанный, очень внимательный ко всем. С ним работать очень приятно. Он за эти 80 лет пришел с очень хорошим багажом, вот жизненным, творческим, производственным, научным. Вот, у него достаточно много диссертаций, научных работ. Вот, и поэтому, конечно, работать и жить рядом с таким человеком замечательно, просто счастье. Я желаю свершения всех его задумок творческих. Этот человек необыкновенный, конечно. Во-первых, это интеллигентный человек. Интеллигентный, с глубоким внутренним миром. Он в жизни добился очень многого и сделал многого. Он ученый с международным именем, внесший определенный вклад в мировую науку. Его имя занесено в энциклопедию. Он художник фейерверков, если можно так сказать. Он действительно художник, разрабатывает сам эти фейерверки прекрасные. И проводятся эти фейерверки буквально везде, не только у нас, но и в России, но и за рубежом. Общественная деятельность юбиляра была неоднократно отмечена на областном и местном уровне. Нашим советом депутатов и мной лично по рекомендации наших депутатов принято решение о награждении Валерия Сергеевича высшим знаком нашего городского поселения за знак за заслуги перед городом Сергиев Посад. «Сто лет – это очень просто», – говорит Семен Тимофеевич Дьяконов. Главное – здоровый образ жизни, а еще необходимо любить своих родных, работу и окружающих. Юбилей главы семьи собрал в родительском доме все большое дружное семейство. У Семена Тимофеевича трое правнуков, трое внучек, двое детей, к сожалению, сына уже нет живых. Но дочь Ольга рядом с отцом. Ольга Семеновна, вспоминая свое детство, говорит, главное напутствие папы – не сидеть без дела, тогда и польза будет. «Никогда не меняйте дело на безделье». Это его главные слова, которые прошли лейтмотивом по всей его жизни. Мы его очень любим, очень поздравляем и, конечно же, хотим, чтобы он дальше нас радовал, потому что это такое наше связующее звено, которое нас притягивает всех сюда, потому что мы все работаем, все уезжаем и приезжаем именно к дедушке. Ну да, то есть это и есть, собственно говоря, родной дом. Других домов, да, которые, да, мы приобретаем, чтобы там, не квартиры, приобреталось, не строилось, да, все равно это родной дом. Обычно про долгожителей говорят ровесник века, свидетель исторических событий. И действительно, Семен Тимофеевич за 100 лет повидал и испытал многое. Его семью в Мордовии раскулачили, отцу пришлось перебраться в Москву. Затем Великая Отечественная, ужасы Сталинграда и Курской дуги. Молодой Дьяконов был командиром танка, имеет боевые награды, однако о тех годах говорит неохотно. Слишком большими были потери народа. Всю войну воевал, да. Мы у Сталинграда были полтора года, топтались там, еле-еле отогнали его, еле. Вот результат был. Погибло, никто не знает, сколько погибло, никто не знает. С колоннами шелились, погибали. Вот когда вы вместе встречаетесь, о чем разговариваете? О армии.
Что он рассказывает или, может быть, что ты спрашиваешь? Ну, я спрашиваю, было бы, ну, страшно сражаться с танками, тиграми? Собственно говоря, про все тяжести и невзгоды того времени, насколько это было сложно, насколько было тяжело, как русский народ смог пережить это время, как он смог пережить это время. Когда там, в принципе, Сталинград такая вещь, которую, не дай бог, кому пережить, и когда лежали умершие люди наших соотечественников, они вылезали из танков под пули и убирали их с пути гусеничных, грубо говоря, колес, да, чтобы не раздавить, вылезали, убирали, ну, и дальше путь продолжали свой. В мирное время Семен Тимофеевич возглавлял гранитный цех в Мытищах, где изготавливали памятники Ленину, Сталину, мемориальный комплекс в Александровском саду Кремля. Труд ответственный, тяжелый и очень вредный. За время работы Семен Тимофеевич встречался со многими известными и влиятельными людьми тех лет. Молотов, Косыгин, Ворошилов, к примеру, помог построить школу в Семхозе. Школы не было еще у нас. Школа. Я ему сказал, вот школы нет. Дети учатся в частных домах. Он как? Я говорю, вот так вот. И на следующей неделе фундамент копать под школу. Школу построили. Да. Там министры действующие были. Очень действующие. Сейчас министры какие-то не те. Со своей женой Зинаидой Сергеевной Завражной Семен Тимофеевич прожил 70 лет. К сожалению, его верной спутницы не стало месяц назад. Но рядом с юбиляром большая семья, а еще помощница Мария Иванова. В шутку Семен Тимофеевич зовет ее командиром, но все указания исполняет в точности. А ведь как иначе, если Мария считает своего подопечного родным, и он платит ей взаимностью. Дедушка очень добрый, добрый, и дочь его очень добрая, вся семья очень отзывчивая. Семью Семен Тимофеевич называет «золотой». Родные и близкие, говоря о главе семьи, перечисляют все позитивные эпитеты. Мудрый, добрый, справедливый, ответственный, работящий. Семен Тимофеевич до сих пор не может усидеть без дела. Да, возраст берет свое, но огород, земля – большая страсть юбиляра. Главное – вовремя посадить, прополоть, собрать урожай. Уже прощаясь, мы договорились с Семеном Тимофеевичем встретиться на его следующий юбилей. И пожелание здоровья точно не будет лишним. Герой нашего времени, ориентир и пример для многих, в ответ скромно ответил, что никогда не стремился к этому, а просто жил и работал по совести. В этом году исполнилось 20 лет с момента образования Сергиево-Посадского отделения Союза писателей России. В 1999 году руководитель литературного объединения «Свиток» Владимир Сосин возглавил местную писательскую организацию. Владимира Николаевича, как талантливого поэта, надежного друга и мудрого наставника, тепло вспоминают многие наши земляки, которые вступили в Союз писателей, пройдя его школу. Его дело продолжил Александр Ананичев, молодой, но к тому времени уже признанный поэт, писатель, автор-исполнитель песен. Он является председателем Сергиево-Посадского отделения Союза писателей России и по сей день. Я очень хочу, чтобы все-таки то, что мы возвысили благодаря Союзу писателей России, такой статус нашей писательской организации, он помогал в дальнейшем нам и в писательском нашем труде. Ну а самое главное, налаживает наши связи с общественностью и с местными властями. «Тонус» всегда тесно сотрудничал с писателями и поэтами из Сергиева Посада и других городов. Да и среди сотрудников «Тонуса» есть несколько членов Союза писателей России. Очень много сделал для популяризации творчества местных авторов Игорь Еремеичев, главный режиссер телекомпании «Тонус». Поэтический талант самого Игоря высоко ценили мэтры отечественной литературы. Наша писательская организация пополняется, и пополняется она в основном, конечно, членами нашего литого «Свиток». Потому что как бы вот организация «Литературное объединение «Свиток», она ведет большую работу. Она выходит на связь с другими литературными объединениями других городов. Мы дружим с Москвой, дружим с Королевым, дружим с Бежецком и Тверью. В наш грубый, жестокий век слово имеет очень большое значение, особенно сейчас. У нас в городе достаточно много уделяется внимания молодежи, тем более творческой. У нас есть где место
применить своим силам, свои силы нашей молодежи. Это и вот у нас творческое объединение «Квадрат», молодежное творческое объединение «Квадрат». И вот вы знаете, лет, наверное, 8 назад впервые у нас появился литературный журнал «Сергиев». А потом, как-то настало время, мы сделали паузу. И вот как бы выпавшее знамя подхватили ребята из творческого объединения «Квадрат». И мы теперь уже делаем наш журнал совместно. Литераторы Сергиева Посада и окрестностей являются приверженцами традиционных ценностей. Одной из главных своих целей они считают сохранение чистоты русского языка, что отражается в их произведениях. Дом детского творчества «Родник» на Клементьевском поселке отметил свое 35-летие. Уютный зал ДК с трудом вместил такое количество юбиляров, их родителей, друзей и гостей. Здесь очень много детей, здесь очень много кружков, студий, которые востребованы и действительно интересны нашим жителям. И, конечно, мы сегодня вот по этому поводу, наверное, в первую очередь доложим нашим жителям о том, что данное учреждение должно действительно соответствовать такому звучному названию «Родник», чтобы на долгие годы здесь, на будущее десятилетие, здесь действительно струилась живая вода. В честь юбилея сотрудникам «Родника» были вручены почетные грамоты от Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа. Праздничный концерт, подготовленный коллективами Дома культуры, стал достойным подарком к юбилею. Сегодня филиал Дворца культуры имени Юрия Гагарина, Дом детского творчества «Родник» – современное учреждение культуры для детей и подростков нашего города. За 35 лет в «Роднике» получили дополнительное образование более 25 тысяч детей и подростков. Сейчас в Доме детского творчества реализуются культурно-досуговые программы, кружки, клубы по интересам, лектории, музыкальные и литературные салоны, выставки, концерты, тематические мероприятия, развлекательные игровые программы и мастер-классы. Я хочу поблагодарить сегодня Мазуренко Анастасию Юрьевну за то, что она трудилась, занималась с нами, поставила нам танец, и мы выступаем. Огромная благодарность всем преподавателям за их труд, за неоценимое вложение в наших детей. Для детей это очень важно, также им нравится заниматься. Они с удовольствием бегут сюда и готовы посещать все кружки. Но, к сожалению, по времени не получается, а так рада всегда. Конечно, чтобы мы процветали, чтобы нас приглашали, чтобы мы везде выступали, чтобы детки к нам ходили, чтобы мы были всегда красиво одеты, нарядно одеты, чтобы у нас была база, чтобы у нас были костюмы, чтобы у нас были хорошие инструменты. В общем, я желаю процветания нашему роднику. «50 лет вместе с вами» – так назывался праздничный вечер, посвященный юбилею Дома культуры «Горизонт» в поселке Ремаш. Залы и фойе ДК стали местом встречи разных поколений жителей Ремаша, всех, кто искренне любит свой «Горизонт». И, конечно, в этот вечер звучали поздравления юбилярам. Этот праздник очень значимый для поселка. Здесь постоянно работают люди, которые добиваются своей цели, чтобы на поселке было радостно, чтобы дети обучались искусству, ходили в кружки. И я думаю, что 50 лет – это не такой большой срок. И на горизонте, у горизонта замаячивало его, наконец-таки, капитальный ремонт, реконструкция и так далее. Поэтому в 2020 году, я думаю, что все получится, потому что ДК «Горизонт» наш вошел в программу губернаторскую по капитальному ремонту. И с 2020 года начнется активное, скажем так, переоборудование. А коллективу ДК «Горизонт» и его руководителя хотелось бы сердечно поздравить и пожелать только хороших успехов, высоких достижений, целей, и чтобы всегда были зрители в полный зал. Воображаемое путешествие к волшебным Горизонтским островам зрители пригласили руководителей всех творческих коллективов Дома культуры, подготовивший праздничный театрализованный пролог. Если кто-то знать захочет, в чем же главный наш секрет? Есть начало горизонта, а конца, конечно, нет!
этот дом культуры мы строили. Мы ходили на субботники все, ходили наши мужья, ходили мы, ходили с детьми. Мы так радовались каждому дню. И когда был день открытия этого дома культуры, то весь поселок пришел сюда на это торжественное событие. И когда ленточку разрезали, мы с криками «Ура!» забежали сюда. Мы все здесь танцевали, пели и радовались вот этому чуду. А в то время народ был активный. Молодое население было в то время на поселке Ремаш. И когда начали работать уже кружки, концерты всякие, различные конкурсы, смотры, кинопоказ, вот полные залы, это, наверное, свидетельство о том, что все-таки наш дом культуры был востребован, и это можно сказать, что это, наверное, высшая оценка качества работы учреждения. В нашем поселке как бы наш дом культуры очень важен, потому что в нем занимается очень много ребят. И за годы, что уже я работаю здесь, я вижу, что это такой культурный центр Ремаша. Пришедших на юбилей любимого ДК ждал сюрприз – выступление профессиональных танцоров и певцов. 50 добрых лет, горизонт несет нам свет. Здравствуй, мир, здравствуй, дом, здравствуй, свет, моя любовь. Творческий вечер в честь 55-летнего юбилея заслуженного артиста России Владимира Завикторина состоялся в стенах Театра Содружества актеров «Таганки». В этом коллективе Владимир Владимирович служит уже более 20 лет. Он поступил сюда сразу по окончании Щепкинского театрального училища. Сейчас Владимир Завикторин известен коллегам и зрителям не только как актер. Он востребованный режиссер, музыкант, драматург, поэт. Но не все знают еще об одной грани его таланта. Владимир Завикторин был одним из первых педагогов студии «Театральный ковчег» в нашем городе. Он напрямую причастен к становлению профессионального театра в Сергиевом Посаде. В родном коллективе Московского театра высоко ценят профессиональные и личностные качества Владимира Владимировича. На его юбилейном вечере было озвучено судьбоносное решение. Руководитель театра Содружества актеров «Таганки» Николай Губенко объявил Владимира Завикторина своим преемником. «Я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите ж! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Мы договорились с руководством Департамента культуры, что Театр Содружества актеров «Таганки», мне все-таки 78 лет, будет передан тому человеку, которого я назову. С тем, чтобы это было согласовано с желанием труппы. И мы договорились, что этим человеком после меня станет Владимир Владимирович. Сейчас я прилюдно говорю об этом с тем, чтобы вы, если руководство поступит нечестно, имели возможность и право опираться на это заявление. Володя, я тебя люблю. Зрителей тоже ожидал подарок. В этот вечер со сцены театра впервые прозвучали отрывки из новой поэмы Владимира Завикторина «Степан Разин». По Москве прокатилась молва, старый млад поднялись там и тут, шелестят по слободкам слова, «Стеньку Разина в оковах везут». В роли ведущего праздничного вечера выступил друг юбиляра, художественный руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко. Я вам секрет открою. Вот Завикторин читает, кто-то плачет по-стариковски. Это самое. А где он пишет? Откуда он берет? Где он это пишет? А он прячется, садится в электричку и уезжает в столь золотоглавый Сергиев Посад. Заслуженный работник печати, почетный житель города Сергиев Посад Сергей Евгеньевич Боков. Я от собрания почетных граждан Сергиево-Посадского муниципального района уполномочен наградить Володю и поклониться ему в пояс за то, что он, в общем-то, стоял у руля, у кормила, когда возрождался наш народный театр
вот первый профессиональный театр, театральный ковчег, который был организован Станиславом Георгиевичем Кореневым, заслуженным артистом России. Я ему помогал как депутат, когда работая в комиссии по культуре. И одним из педагогов являлся Володя Завикторин. За что ему я кланяюсь. Володя, кланяюсь. Владимир Завикторин продолжает традиции актеров легендарной «Таганки». Он, что называется, пишущий актер. В творческом архиве юбиляра книги его стихотворений, несколько драматических поэм. Песни на стихи Владимира Завикторина звучат в эфире и на концертах. И, конечно, в этот вечер было немало поздравлений от собратьев по перу. Звезда, сверкнув, сгорела в высоте, исполнив приземленное желание. Ветер дул, роса раскатилась звеня. Я подумал, что есть еще час рассвета. То лето рассыпало искры заря, то и брошенная на асфальт сигарета. Он очень хороший друг. Что мне нравится. Очень человек сердечный, человек, который всегда идет на помощь и всегда готов помочь. Я думаю, что для него сегодня очень важный день. И мы все, без исключения, вы видели, как люди к нему относятся. Мы все его приветствуем, поздравляем и желаем крепости духа, настроя хорошего, работы, трудов праведных, потому что это только еще середина пути. Молодежная телестудия «Окно» при Дворце творчества детей и молодежи «Истоки» отметила свое 25-летие. В праздничный вечер небольшой зал дворца с трудом вместил всех, кто хотел поздравить юбиляров. Студийцы получали поздравления и подарки от друзей, коллег, официальных лиц. Сегодня для всех, для нас, это праздник, день рождения. И я хочу, чтобы наши дети принимали участие не только в телефлоте, но и в больших проектах, которые есть в кинематографии, чтобы они всегда были победителями. Разрешите от главы Сергиево-Посадского городского округа тоже вам подарить подарок, но он будет в денежном эквиваленте 50 тысяч рублей, которые вы сами для дальнейшего усовершенствования вашей работы. Основанная талантливым педагогом и режиссером Владимиром Полиным, телестудия «Окно» известна далеко за пределами Сергиева Посада. Студийцы являются дипломантами и лауреатами многочисленных фестивалей и конкурсов. Каждую неделю на местных телеканалах выходит авторская программа оконцев «Лестница». Уже 15 лет программа «Лестница» в эфире «Тонуса». И фильмы Владимира Ивановича Полина мы постоянно показываем. И концерты теперь еще, программа «Аплодисменты» по пятницам выходит. То есть 50 минут вот эфирного контента на «Тонусе» у нас каждую неделю. То есть ребята растут, растут и творчески, и не только дипломы получают на всероссийских международных фестивалях, губернаторские премии, но идут дальше, самое главное, по профессии. Наверное, сейчас самый интересный этап в моей работе, потому что это дает мне возможность путешествовать много и много видеть. Вот сейчас на днях я был в Бразилии, мы скоро вот полетим как раз во Францию снимать нормандский формат. Мне кажется, что действительно наша студия уникальная. Уникальна своими выпускниками, уникальна тем, что работают 20 лет уникальный преподаватель Михаил Ходов. И то, что в нашей телестудии работал замечательный режиссер Владимир Иванович Полин, именем которым названа эта телестудия, мы продолжаем, сохраняем все традиции, но постоянно добавляем что-то новое. Ребята ищут интересное, смотрят в окно своими раскрытыми глазами и широкой душой. Субтитры
Знаменательное событие собрало вместе сразу несколько поколений семьи Шибаевых. У старшей представительницы рода, Капиталины Павловны, солидный юбилей. Мамуля, дорогая, любимая, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Ма, ты сегодня самая молодая. Тебе сколько? 95 тебе уже. 95. Юбилей – это возможность еще раз перелистать страницы книги с названием «Жизнь». Капиталина Павловна Шибаева родилась в 1924 году в сибирской деревне Харагун. Вскоре умерла мама, и Капиталина Павловна осталась за старшую. Заботы о двух сестрах и маленьком брате легли на хрупкие плечи девочки-подростка. Когда началась Великая Отечественная война, Капиталине Павловне еще не исполнилось и 15 лет. Юная Капа поступила на курсы марзистов. Я работала очень, мне, если были такие требования из Москвы, обеспечить надежную связь. Это только я была. Еще была с Германией война, я работала на этом аппарате. А потом после Германии с Японией началась война. И все равно таки были мне служение на аппарате Морзе. В уральском городе Гурьев, куда Капиталина Павловна приехала после окончания алматинского техникума связи, она встретила свою судьбу. Фронтовик Аркадий Шибаев стал мужем девушки. Позже молодые супруги переехали в Загорск, где устроились на электромеханический завод. Капиталина Павловна стала работать старшим техником в конструкторском бюро «Земза». Работа, рождение, воспитание троих детей составляли будни нашей героини. Со временем семья росла. Сейчас у Капиталины Павловны 5 внуков и 7 правнуков. Это большая и дружная семья. Поздравляем! «28 ноября большим гала-концертом в ВДЦ «Октябрь» завершился первый народный фестиваль русских слов «Душа», посвященный 90-летию Людмилы Зыкиной и 105-летию Виктора Бокова. Сегодня мы встречаемся с вами здесь, чтобы закрыть первый фестиваль и сказать «Здравствуй, фестиваль второй», потому что мы надеемся, что этот фестиваль пропишется на Сергиево-Посадской земле постоянно. И мы очень рады, что на нашу инициативу, на наше такое желание увековечить фестивалем имя Виктора Федоровича Бокова откликнулась администрация городского округа. Мы должны, как те люди, которые вперед проводят ту историю, ее толкают вперед и говорят о ней, чтобы наши дети, наше молодое поколение знало не только песни зарубежной эстрады, зарубежных писателей, поэтов, но, конечно, наших русских поэтов, наших земляков. Творчество нашего земляка Виктора Федоровича Бокова интересно не только представителям старшего поколения. В рамках проведения фестиваля был организован конкурс «Молодежь читает Бокова», на участие в котором подали заявки 350 детей из Сергиево-Посада и Московской области. В гала-концерте принял участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко. У нас замечательные композиторы, замечательные, ну, я не знаю, это, наверное, даже сподвижники, хотел сказать соавтор, но это сподвижники Людмилы Георгиевны Зыкиной. Рядом с именем Бокова стоит имя композитора Александра Петровича Аверкина, Григория Федоровича Пономаренко, Виктора Ивановича Темнова, замечательных, великих, я считаю, классиков. В исполнении заслуженных артисток России Елены Калашниковой и Валентины Сабанцевой в гала-концерте прозвучали песни из репертуара Людмилы Зыкиной, написанные на стихи Виктора Бокова. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. На закрытие фестиваля русских слов «Душа» приехали родственники людей, хорошо известных в мире русской культуры. Это были большие друзья. С 1954 года они вместе были, они оба поэты, и вот очень странно, что два поэта так сильно дружили, да, и до конца жизни, знаю, что Виктор чуть-чуть тепло, и у него были несколько статей, он посвятил очень много стихов. Боков с Макроусовым тоже дружили. В современных исполнениях, ну, нет вот этой
души, нету любви, которые звучат в старых песнях. Однажды Виктор Федорович написал в одной из своих работ, что песня может сделать судьбу. Вот такую, это он писал про песню «На побывку едет молодой моряк». Вот про эту песню он написал, и она действительно сделала судьбу и Виктора Федоровича, и Людмилы Георгиевны Зыкиной, и Александра Петровича Аверкина. И что сегодня опять мы вместе, и то, что мы будем слушать эти прекрасных песни, прекрасные стихи, я считаю, что это дорогого стоит. Сергиев Посадский аграрный колледж отметил свой 70-летний юбилей. Чествование состоялось в стенах Федерального научного центра в Нитипран. У Сергиева Посадского аграрного колледжа богатая история. Более 22 тысяч высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства получили образование в этом учреждении. Сегодня выпускники колледжа – востребованные профессионалы в области ветеринарии, логистики, автоматизации сельского хозяйства, эксплуатации и ремонте сельскохозяйственной техники. Я ученица третьего курса специальности ветеринария. На данный момент мне эта профессия очень нравится, так она очень перспективная в данной области, вообще в общем Подмосковье. Я пришла сюда после педагогического факультета Тимирязевки. За эти годы, что я работаю, мы были участником ВДНХ, открыли пчеловодное отделение, которым я заведовала более 25 лет, являлись все преподаватели нашего отделения, именно пчеловодство является участниками ВДНХ, мы предоставляли техническое творчество наших студентов, и за что были награждены медалью ВДНХ. Все эти годы мы продолжаем работать. Сейчас уже открыли новые специальности, технологии производства и переработки продукции животноводства. Техникум растет, живет и процветает. С 2015 года Сергиево-Посадский аграрный колледж принимает активное участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, целью которого является повышение престижа рабочих профессий путем проведения конкурсов профмастерства. Ежегодно наши студенты занимают на финале призовые места и становятся победителями финала. Активно принимаем участие во всероссийских олимпиадах профмастерства, где наши ребята тоже приносят в копилку колледжа призовые места. Мы приглашаем на следующий учебный год абитуриентов. У нас много бюджетных мест. Вся информация размещена на сайте. Мы будем очень рады видеть выпускников 9 классов у себя в стенах колледжа в качестве студентов. Одной из самых больших школ городского округа исполнилось 70 лет. За это время она прошла путь преобразования от школы семилетки с производственным обучением до 11-летки, имеющей опыт самых различных инноваций. Выпускники 14-й школы трудятся на благо округа и страны, занимают высокие посты в органах региональной и федеральной власти. Среди них глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, депутат Московской областной думы Сергей Двойных. Поздравить школу с юбилеем приехал выпускник 1992 года, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Хотел бы пожелать школе в целом только одного – оставаться вот всегда таким общим домом для учеников. Учителей я хотел бы еще раз поблагодарить за ваш тяжелый самоотверженный труд. Ученикам хотел бы пожелать ставить перед собой самые амбициозные цели, обязательно их достигать, чтобы за годы учебы в школе вы научились самому главному, как мне кажется, научиться усердно трудиться. Школа одна из первых начала участвовать в ЕГЭ как пилотной площадке. Ученики росли, школа развивалась, открыты два филиала. В 2008 году 14-я школа вошла в историю российского образования, победив в национальном проекте образования. Школа на верном пути. Школа, как большой корабль, движется, развивается, приносит хорошие результаты. И, конечно, во главе этого коллектива долгое время стоит наш директор Горшкова Ирина Васильевна. Я всех нас поздравляю с юбилеем
одной из старейших школ Сергиево-Посадского района. Профессия учителя среди выпускников 14-й школы одна из самых любимых. 21% коллектива – выпускники школы. Есть и целая династия педагогов. Семья Палагиных работает почти в полном составе. Тянула сюда вернуться, всегда смотрела на родителей и была уверена, что вернусь, потому что вот как раз рисование это мое, и учителем ИЗО как раз я вернулась в эту школу. Надеюсь, что также 14-я школа будет процветать, и такие же успехи у нее будут невероятные, выпускники такие вот прекрасные, которые сегодня были как раз представлены. Дворец культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина – это целая вселенная, состоящая из ярких творческих планет. На протяжении вот уже 65 лет дворец является кузницей талантов. Целые поколения проходили через Дворец культуры, и мы сегодня это видим на примере наших сотрудников, уважаемых педагогов. Когда-то кто-то из них ходил в нашу детскую музыкальную хоровую студию. Сегодня уже более 40 лет они преподают детям по разным направлениям. Все действительно, ведь дворец строился народом, строился нашими заграчанами, является памятником архитектуры регионального значения. И действительно такое важное, очень интересное, красивое место. Главное, чтобы все наши горожане, все наши жители, дети, взрослые, старшее поколение приходили с удовольствием во дворец. Первым шагом для воплощения этой мечты и стало строительство дворца. Работы велись силами сотрудников Загорского оптико-механического завода при участии множества других организаций. Люди целыми днями выходили на субботники и занимались благоустройством. Стройки присвоили звание «Народный». Торжественное открытие Дворца культуры состоялось в 1954 году. Вспоминая славную историю дворца и тех, кто трудился над его созданием, не забыли и тех, кто трудится сейчас. На большой сцене поздравили и наградили заслуженных работников Дворца культуры дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами. Именно эти люди являются душой дворца и продолжают поддерживать и развивать творческую жизнь, начатую много лет назад. Это те люди, которые искренне от души любят свою работу, любят этот дом, этот наш общий дом, и, конечно, любит нас, зрителей. За эти 65 лет в этих креслах побывали, ну, наверное, все жители нашего прекрасного района. И вот от этого осознания, ощущения мне как-то хорошо. Последние годы мы видим особый рывок в развитии творческого коллектива. Очень много молодых людей, очень талантливых. Мы видим, какие замечательные программы готовятся, необыкновенно современные, достойные, красивые. Неминуемо менялись поколения. Одно всегда оставалось неизменным – величие дворца, ставшего настоящим центром культуры нашего города. Декабря 1949 года в 20:52 был произведен огневой запуск ракеты Р-1 генерального конструктора Сергея Павловича Королева. С этого началась история уникального предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности». Хочется пожелать коллективу, чтобы в следующем году исполнилось то, чего они ждут. А чего они ждут? Ну, во-первых, успешного испытания на единичке. Второе – достойные зарплаты. Ну и третье – счастье в личной жизни. Желаю, чтобы работу нашли. Наше предприятие обладает уникальной криогенной базой. Производство, даже гелий мы можем жидкий делать. На этой базе можно найти работу предприятию. Науку вокруг этого развить и так далее. В этот день я желаю просто благополучия семьям тех людей, которые работают на этом предприятии. Если у нас будет работа, мы будем ее исполнять добросовестно и качественно, как всегда мы это делаем. Во-вторых, я хочу просто пожелать удачи
гостям, кто присутствует на этом торжественном вечере. В Большом зале Дома культуры «Космос» в Пересвете на праздничный концерт собрались ветераны испытательного центра, молодые специалисты, руководство и почетные гости. Примите самые искренние, самые теплые поздравления с вашим, С нашим, это юбилей всей нашей страны, потому что отсюда пошла наша практическая ракетно-космическая промышленность с нашим замечательным юбилеем. Поздравляю наших уважаемых испытателей, наших ветеранов, дорогих гостей с 70-летием нашего замечательного предприятия. Работникам предприятия были вручены награды госкорпорации «Роскосмос». Знаком академика Королева был отмечен главный инженер Игорь Акульшин. Медалью Гагарина – начальник комплекса испытаний Владимир Бережной. В юбилейный день для гостей вечер были и творческие подарки. Со сцены звучала песня «За пределы границ», которую подготовил к 70-летию предприятия Анна Галушко. В связи с юбилеем в адрес работников пришли благодарственные письма губернатора Московской области, Московской областной думы и главы городского округа. Вручил их глава администрации округа Михаил Токарев. Мы, жители всего нашего округа, Сергиево-Посадского городского округа, очень вами гордимся. Очень гордимся нашим предприятием. Для нас очень ценно, здорово, очень значимо понимать, что каждый день здесь проходят испытания ракетно-космической техники. А для вас это ежедневная, повседневная, обычная работа. Дорогие друзья, еще раз я разрешите искренне от всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой, с праздником. На юбилей Александра Стефановича в московском ресторане «Палаццо Дукале» собрались многие знаменитости. В адрес юбиляра звучало много добрых слов и оригинальных поздравлений. Любит многих, его любит Михалков, его любит Эрнст, его любит... любит все, кто его знает. Вот мы все пришли, чтобы сказать ему, что мы его любим, что он уникальный рассказчик, с уникальной памятью. Александра Борисовича, окружение его друзей... поддерживает все эти годы так же и любит так же сильно, а это стабильность. А эта стабильность, это дано не каждому. Желаем, чтобы еще было желание снять какой-то фильм, чтобы была идея, чтобы была возможность ее реализовать, ну, была возможность что-то создать еще. Неважно, в какой области, вы там сами определитесь, что ближе сейчас, в данный момент. Но что вот хотелось что-то еще открыть и что-то еще прочувствовать. И что-то еще... посозидать. Вау!